Я смотрел старый фильм о Докторе Стрэндже. Ну, вроде как, новый фильм должен отличаться, причем кардинально. По слухам, Марвелы уже решили не начинать фильм с Ориджина, то есть появления и становления героя, а уже начать с типа того, что вот Доктор Стрэндж — это маг, и вот он маг, а когда-то он там был, может, не магом, но вот он уже маг. И, возможно, открывать его историю в отрывках из прошлого, так называемых флешбеках. Считаю логичный подход после того, что Железный Человек 1, Капитан Америка, Тор и еще несколько фильмов были посвящены просто появлению и становлению героев. И теперь Доктор Стрэндж будет отличаться от этого всего. Хорошо? Интересный ход. Посмотрим, как понравится этот ход или не понравится фанатам Марвел. Но если магия Доктора Стрэнджа будет объяснена в таком ключе, как я предположил во второй версии, то, соответственно, это будет ближе к природе, ближе к реальности. И непосредственно я, Ари Радослав, занимаюсь некими подобными явлениями и другими направлениями самосовершенствования. Обо всем этом вы сможете узнать на моем канале на YouTube. И священное око на мне присутствует далеко не в дань символике из Доктора Стрэнджа. А почему и что оно означает, разъясняется в соответствующих видеозаписях на моем канале. Успехов вам в духовном развитии, самосовершенствовании. И скоро выйдут новые видеозаписи по Марвелам, по DC, по другим интересным темам, в которых заключены некие важные явления для нынешнего человечества.